Николай, ну ты вышел на поле, когда уже достаточно тяжело было вернуться в игру. Что все-таки произошло? Ну да, 3-0, но пытались. Мы могли вытаскивать эту игру, я считаю. Они забили свои моменты. А так, у них, можно сказать, все свои моменты не реализовали, мы свои нет. Счет 3-0. Тебе со стороны как смотрелся этот момент? Я считаю, полное преимущество на нашей стороне было. Владели мячом, создавали моменты. Потом судья поставил. Я считаю, не было пенальти, наш игрок сыграл в мяч. Потом 1-0, 2-0. А так, ну просто я говорю, они забили свои моменты, мы нет.